В среду в Пакистане продолжались поиски 128 солдат и 11 гражданских лиц. Более недели назад их накрыла лавина в районе Гималаев возле ледника Сиачен. По сообщениям местных СМИ, люди оказались под слоем снега толщиной 25 метров. На данный момент раскопкам мешают токсичные газы, которые выделяются из горной породы в районе накрытого лавиной военного лагеря. Помощь в поисковых работах и техническую поддержку также оказывают эксперты из Норвегии и США. Однако надежды найти кого-то в живых практически не осталось. 18 апреля место раскопок посетил президент Пакистана Асиф Али Зардари, чтобы выразить поддержку военным, ведущим спасательную операцию. Трагедия произошла на спорной территории Кашмир, на которую претендуют как Пакистан, так и Индия. По данным пакистанских СМИ, в горах Кашмира базируется от 10 до 20 тысяч военных с обеих сторон. Кроме этого, сообщается, что сходы лавин в этом регионе – явление частое, из-за чего нередки случаи гибели солдат.